Я какой? Настоящий! Настоящий Билла! Да, босс, охраняем! Да что же с вами такое? Как же вас активировать? Привет-привет, друзья! Вы на канале Мультипульти, всем вкусняшек и мороженых! И сегодня ваши любимые аниматроники. Продолжение! Сегодня Фредди будет спасать роботов-аниматроников! Но сейчас, как всегда, конкурс комментариев. Кто напишет лучший комментарий про канал Мультипульти, поставит лайк и подпишется, попадет в мое видео однозначно! Ребята, вы знаете, я придумал, как спасти этих роботов-аниматроников, Чекуля! Ну и как? Как, милый? Как, ну, Фредди? Чекуля, ребята, у меня есть на заброшенном заводе маска. Маска пилы, костюм пилы. Я его сейчас одену, поеду в эту секретную лабораторию и заберу, просто выведу аниматроников. А что получится? Фредди, ты думаешь, получится? Ну я попробую, ребята. Ой, милый, я боюсь за тебя. Не бойся, Чекуля. Я надену эту маску, костюм, и они меня не узнают. Ни Чаки, ни Крик, никто меня не узнает. Поехали. Ой, вот это да. Что-то так страшно. Да не бойся, Боня. Давайте в машину все, ребята. Поехали, я покажу вам этот костюм. У меня по всему городу, если честно, очень много спрятанных злодейских костюмов. И вот эта пила одна из них. Фредди! Вот это да! А я не знал, что у тебя есть эти страшные костюмчики. Да, Бонни, у меня по всему городу есть припрятки, тайники. Они такие страшные. Я когда видел этого пилу сблизи, я чуть, извините, в штанишки не наделал. Да ладно, Бонни, не такой же он и страшный, этот пила. Я их почему-то не боюсь. Ты мне такой смелый и милый. Ты просто самый смелый из аниматроников. Ну, ребят, не обижайтесь, вы, конечно, все смелые. А я не смелый. Я вообще-то, я боюсь. Ну как, иногда я не боюсь, а в основном я... Ой, а в основном я всегда боюсь. Да знаем мы, Бонни, что ты иногда то боишься, то не боишься. Ну ты такой вот, за это мы тебя и любим. Спасибо, Фредди, но я зато умный. Я вам всегда могу подсказать, если что и как делать. Да, знаем, какой ты умный. Вот брат у тебя, магистр Бонни, вот он умный. Ну ладно, ребят, что вы там? Хватит спорить, мы уже почти приехали. Так, этот заброшенный завод уже тут. Сейчас повернем, ребята. Ой, что-то опять мне даже опять страшно стало. Да, Бонни, мы просто за костюмом, за маской едем. Чё ты боишься? Не бойся. Мне вообще не страшно. Вот видишь, даже Чики не страшно. Ни Мангу, ни Бэби. Да, нам не страшно, нам, девочкам, не страшно. Так, ребята, ну пойдемте, покажу вам этот костюм, который я сейчас надену. Вы сейчас прозреете, какой он как настоящий у меня. Ну хорошо, сейчас посмотрим. Да, Балорочка, Бэби, заходите, посмотрите, настоящий. Ну, сейчас посмотрим, что там за костюм, проверим. Если нам покажется, что он настоящий, одевай. Вот он, ребят, заходите. Вот он как живой. Он как аниматроник. Ого, ничего себе, как похож. Да, ребят, у меня все костюмы есть. Я какой настоящий пила. Ой, какой же он страшный! Фредди, слышь, я не хочу, чтоб ты шел. Пусть Бонни одевает этот костюм.
Чекуля, ты чё? Оба не уши какие! Ого, у меня уши! Не-не, я не буду одевать! Послушай меня! Если Боня не будет одевать, то ты тоже не будешь одевать, я сказала! Чекуля, нет! Оба не уши! Да, я боюсь, у меня уши, вы чё? Я не буду, я боюсь! Боня не будет, ну смотри, мне уши туда не влезут, Чекуля! Нет, я тебе не разрешаю, это очень опасно! Ну, а у Бони Реда, у него уши еще больше! Да, ребят, я могу одеть! Он оденет, но его будет видно, Чика! Нет, я тебе не разрешаю, никуда не пойдешь! Ой, как страшно, я тоже не надену! Бони уши мешают, а девочки Бэйби и Мангл... Нельзя их отпускать, я вам сам не разрешу. Кому тогда одевать? Ну ты не пойдешь, все, я за тебя волнуюсь. Я тебе не разрешаю, все. Чика, ну ты чё? И чё делать? Не знаю, чё хочешь делай. Пусть Боня идет. Нет, я не могу, у меня уши. И я боюсь, я все испорчу. Но Бонни Ред, у него уши еще больше, Чика. Ребят, ну я могу. Ну там уши все заметят. Не получится ничего, только я могу. Нет, нельзя, сказала. Чика, ну ты все портишь. А ну пойдем быстро за мной, я с тобой поговорю. Ничего себе. Надо аниматроников спасать. А ну иди сюда, все идите сюда. Ты че? Че говори? Чекуля, ну послушай. Бонни боится. У него уши. Бонни Ред уши большие, не влезут в костюм. А девочек я сам не отпущу. Ой, Мил, я за тебя боюсь просто. Пожалуйста, не ходи. Ну, Чекуля, да это не опасно. Я все сделаю, как всегда, в лучшем виде. Фредди сможет. Он самый лучший. Бонни, а ты вообще молчи со своими ушами. Сам боится, а Фредик пусть идет. Ребята, да все нормально будет, не переживайте, я 1000 раз так делал. Он сможет, Чика, не бойся. Все, я пошел, одену костюм. Ну хорошо. Вот, распереживалась, все нормально будет. Так, ладно, сейчас одену костюм. Все, одел, ух, как-то он туговато сидит. Ну ладно, ой, уши жмут. А руки какие, как я в него влез, ой. Ну ладно, полчасика смогу походить. Так, а ну-ка. Ой, ой. Ого, как похож. Ничего себе, ты вылитый пеня, милый. Ну вот, ребята, я же говорил, только я смогу в него влезть. Да, я бы не смог. Да, Бонни, ты бы не смог. Ну все, ребят, поехали, поехали в эту секретную лабораторию. Я выведу аниматроников. Пойдемте. Пойдем, милый. Фредди, только будь осторожен, хорошо? Конечно, Чекуля, конечно. Ты же забыла, меня зовут все Сама Осторожность. А я знаю тебя, вечно влипнешь куда-нибудь. Да, братишка, будь осторожен. Хорошо, хорошо, Бонни Ред. Я все сделаю в лучшем виде. Ой, фух, как хорошо, что не я одел этот костюм. Я бы не смог. Я бы прям сразу там вот это вот все, бах и все. Да понятно, Бонни, бах и все. Конечно, все бы там напортил. Да нет, у меня просто уши. Я вообще-то, мне не страшно. Так че? Может, сейчас Фредди костюм снимет, и ты оденешь, а, Бонни? Ой, нет. Я, конечно, с удовольствием. У меня уши, вы ж понимаете. Представляете, там чаки стоят, а там заходит такой пила с ушами. Вы чё? Не-не-не. Сразу он всех нас попалит. Да, это точно, но Бонни прав, Чика. Ну хватит. Хватит, все, я надел костюм. Так, ребята, все, подъезжаем. Вы сейчас, я вас здесь где-то высажу. И вы меня подождете. Хорошо.
Хорошо, мы тебя прикроем здесь. Если вдруг что, выбежат эти гадкие чайки. Да, если они выбегут, мы им как-то надо один пингалей. Да, Бонни, да знаю, как вы тут понадаете. Так, Фредди Ред, ты остаешься здесь за главного. Хорошо, хорошо, братишка, я за всеми присмотрю. Ну все, ребята, пожелайте мне удачи. Так, надо будет что-то с голосом сделать. Ой, я так за тебя переживаю, Фредди. Все нормально будет, Чекуля. Так, Бонни Ред, ты самый главный, следи за девочками, чтоб все было хорошо. Окей, хорошо, Фредди. Так, ребят, ну чё, ждите меня тут, я пошел. Все. Удачи тебе! Спасибо, Мангу. Да, Фредди, будь, пожалуйста, осторожен. Хорошо, Бонни, хорошо, давайте, ребят. Ой! Так, ладно. Так, там сейчас будет куча этих чаков. Там будет крик. Ладно, что-то сейчас придумаю. Надо еще голос поменять. А то, если я буду говорить так, они меня сразу раскусят, что я не пила. Полицейские, ой-ой-ой-ой, так быстрее заезжаем. Он, видно, тут всех купил, этот пила. Так, ладно. Так, надо... Здравствуйте! Всем привет! Так, вроде получается, ладно, пойду. Надо командным голосом сразу на них кричать, на этих вон чаки стоят. Так, тихо. Так, спокойно, тихо, не волнуемся. Привет, босс! Привет! Ну чё, охраняете тут? Да, босс, охраняем. Давайте, никого не пропускайте. Я иду к аниматроникам. Окей, босс. Фух, вроде получилось. Так, ладно. Так, первый пост прошел. Так, куда там дальше, как я вчера бежал? Вот это да, костюм, как эта маска мне жмет в лицо. И перчатки маленькие, а размер какой этого пилы вообще детский. 36-й, что ли? Так, где там? Так, куда там дальше? Привет, Крик. Привет, босс. Я иду к аниматроникам. Ну как тут они, не балуются? Нет, все нормально. Ладно, я сейчас выведу их погулять. Погулять? Да, им нужно проветриться. Да вы следите за всем. Хорошо, босс. Так, ладно, пойду. Никого не выпускать, не пускать. Только аниматроников и меня. Окей. Ой, вроде бы получается, они ничего не заподозрили. Классно так. Чаки! Нет, босс! Я сейчас выведу аниматроников. Нас пропустите, больше никого. Понятно, босс! Так, отлично, пока все хорошо идет по плану. Так, вот они, матроники. Какие же они крутые. Ребята, это я, Фредди, на мне маска. Ребята, ну че же вы не шевелитесь, как же мне вас вывести? Ребята, пожалуйста, я пришел за вами, я вас спасу. Пойдемте. Да что же с вами такое? Как же вас активировать? Я думаю, наверное, пила придумал какой-то код. Аниматроники! Не работает. А может быть, пила? Пила! Ну, да что ж такое не работает? Чаки! Не работает. Ну какое же слово, какой же код? Ребята, пожалуйста, активируйтесь. Мне надо вас срочно вывести. Бонни! Нет, ну что же это за слово такое? Что за слово? Какой же код? Как вас активировать? Так. Аниматроники! Не работает! Чаки! Крик!
Да что же это за слово? Ну какое слово, какой же код, как же мне вас вывести, ну ребята? Что я не сказал? Какое же слово, какое? Оно же есть, надо вас активировать. Так, какое, ну кто, что, какое же слово, ну какое же слово? Какой код? Бонни! Фредди! О, точно, Фредди! Фредди, код Фредди! Фредди! Ребята! Привет! Привет! Ребята, вы активировались! Меня Фредди зовут! Я тоже аниматроник! Давайте я вас выведу за мной! Да? Хорошо! Хорошо! Вау, как мы тут оказались! Ребята, за мной, я вам все потом расскажу! Фредди! Массу Фредди за мной! Только тихо! Чуки, я выведу аниматроников прогуляться. За всем следите тут. Хорошо, босс? За мной, аниматроники. Так, вроде бы прошло, вроде бы прокатило. Так, еще одна, еще вон стоит крик, ладно? Так, никому не расслабляться. За всем следить. Я на 10 минут выведу аниматроников прогуляться, чтобы их суставы не скрипели. Окей, хорошо, босс, мы проконтролируем тут тебя. Отлично, отлично, так. Еще чуть-чуть, еще два поста, и я выведу аниматроников. Ребята, за мной, ребята. Хорошо, мы идем. Где же выход? Осталось совсем чуть-чуть, ну. Так, давайте, ребята, да быстрее пошевеливайтесь. Так, где выход? Выход-то где? Так, мы идем. Давайте, ребята, давайте, пойдемте. Тихо только. Так, остался. Вроде, вон еще чаки стоят. Ну чё, ребята, сейчас я приду. Давайте. А потом устроим банкет. Ух ты, класс, босс. За мной. Идём. Вроде бы всё. Быстрее, ребята, да быстрее в машину. Получилось! Ой, сейчас только бы выехать! Все, ребята, в машину, быстрее! Быстрее, ребятушки! Все, я сюда! Не толкайся! Сам не толкайся! Я тут сажусь! А нет, я тут-то! Тогда я сюда, вот! А я буду вот тут! Все, сели! Ребята, сели! Поехали быстрее! Ой, они даже не заподозрили, что я вас украл! Класс! Поехали! Есть! Крутяк! Так, вот заберем своих аниматроников! Так? Ребята! Ой, Фредди! У тебя получилось! Да! Ребята! Тигуля! Бонни! Отца, да, какие крутые аниматроники! Какие классные! Ребята, у меня получилось! Я вытащил всех аниматроников! Вот они! Ребята, вы свободны! Спасибо, брат! Спасибо! Да не за что, ребята, вы свободны. Вы теперь можете быть сами по себе, а можете быть и с нами. Можете подумать. Спасибо, брат, что спас нас. Ребята, вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ребята, пишите, понравилось вам или не понравилась эта серия, в которой Фредди в маске пилы спасает крутых масл-аниматроников.
Ребята, я надеюсь, вам понравилось, потому что мне самому понравилась эта крутая серия. Ребята, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, я повторяюсь. Ну а завтра, как всегда, новые аниматроники вас ждет новая, еще лучшая серия. Ну все, всем счастливо, всем пока, люблю, целую. Ваш Мультибульти, пишите комментарии. Я вас обожаю, ребята, пока!